Здравствуйте, друзья! Я очень рада снова приветствовать вас на канале «Смешарики дети» в рубрике про маму и малышку Софию. Нашей малышке Софии уже 5 месяцев. И сегодня я вам покажу очень полезную и очень важную зарядочку, которая называется «Динамическая зарядка для ребенка». Эта зарядка отличается от всех наших прошлых выпусков. Я покажу, какие упражнения можно делать с ребенком на весу, для чего они нужны и как они влияют на развитие малыша. Эту зарядку я рекомендую делать начиная с месяца или с 2 месяцев. Мы с Софией начали с месяца самых элементарных упражнений. Сейчас Сонечке 5 месяцев, и она очень любит эту зарядку, она очень любит все упражнения. Конечно же, каждое упражнение сопровождается стишками, песенками, потешками, которые я с удовольствием вам покажу. Кстати, если у вас будут вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Я с радостью расскажу, подскажу и смогу вас направить, чтобы ваше совместное время с малышом было максимально эффективным, продуктивным, и главное, все упражнения были правильно выполнены. Ну что, перед тем, как мы приступим, сделайте одно важное дело. Подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик. Я вас очень прошу это сделать, если до сих пор вы еще это не сделали. А мы приступаем. Поехали! Начнем с того, как правильно взять своего малыша. Вкладываем большие пальчики в ладошки. Видите, она зацепилась остальными пальчиками. И вытягиваем. И переходим на первое упражнение. Потягуша, потянись. Вытягиваем малыша вверх. Софии очень нравится, она хохочет. Потягуша, потянись. Потягушенька, проснись. Сейчас поверну ее к вам. Перехвачу. Для того, чтобы перехватить, я подставила свою ногу и перехватываю ручками. Потягуша, потянись. Потягушенька, проснись. День настал давным-давно. Он глядит в твое окно. Дальше опираю ее о себя и придерживаю за ножки. И мы переходим на следующее упражнение. Это упражнение полезно для спинки и для пресса. Это наклончики. У Сони уже сильная спинка, хорошо развита. Когда еще была не сильная, то она просто повисала вниз, и я ей помогала рукой подняться. А сейчас уже Соню просто так вниз и не сбросишь. Следующее упражнение. Я придерживаю одной рукой за животик между ножками, а второй за плечико. Это упражнение отлично подходит для тех случаев, если малыш не любит зарядку или сложно привыкнуть. А может быть, если колики. Вот так вот мы раскачиваем малыша, приговаривая стишок. Плывет, плывет кораблик, плывет издалека, везет, везет подарки детишкам моряка. И на другую сторону тоже делаем. Смотрите, я перекладываю одной рукой, придерживаю и провожу вторую руку между ножками, держа за животик. И могу делать заодно массажик, если у малыша колики. Очень удобно и очень полезно. И снова делаем упражнение, проговаривая стишок. Кстати говоря, вы можете найти все стишки в описании под видео и запомнить их. Они очень легкие. Следующее упражнение. Пытаемся поставить малыша на одну ручку, а вторую придерживаем. Ваша задача, чтобы малыш выпрямил ножки и пробовал стоять. Поскольку у меня не очень сильные руки, я дополнительно упираюсь локтем в бедро. Это упражнение отлично делают папы, у которых сильные руки. Следующее упражнение «Шалтай-болтай». Это одно из самых любимых упражнений Софии. Я берусь за ее ножки. Ножки поджимаю к животику. И начинаю раскачивать ее в стороны, приговаривая стишок. «Шалтай-болтай, сидел на стене, шалтай-болтай, свалился во сне». Теперь по кругу. И вся королевская конница, в другую сторону, и вся королевская рать
восьмерочкой. Не может шалтая, не может болтая, шалтая, болтая собрать. Из этой позы мы выходим в следующее упражнение. Если вы впервые пробуете эту зарядку, будьте осторожны. Смотрите, аккуратненько переворачиваем малыша и разворачиваем от себя. Вы можете пересмотреть этот момент в видео еще раз. И аккуратненько раскачиваю стороны в сторону, проговаривая ту же песенку или стишок на английском языке. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. На самом деле, это одно из самых полезных упражнений, когда малыш находится вверх ногами. И делаем несколько поднятий. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрите, как я перехожу в следующее положение. Можно даже одной рукой справиться. И переходим к тучку. Мы держим малыша под мышки, руки на животике. И проговариваем. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. Ой, как приятно тучке по небу лететь. На синем-синем небе порядок и уют. От этого все тучки так весело живут. Очень хорошее, очень интересное и легкое упражнение, которым мы заканчиваем наш комплекс упражнений. Отлично позанимались и Сонечка, и мама. И теперь можем заниматься другими делами. Например, пойти покушать. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, было бы вам интересно видео про прикорм. Сонечке уже 5,5 месяцев, и мы даем первый прикорм. Была ли бы эта тема для вас актуальна? С чего начинать? Что давать? Как давать? Пишите, мы ждем ваше мнение. Пока-пока. До новых встреч. Тебе понравилось? Нажимай на картинки и смотри дальше наши интересные видео.